Год семьи официально стартовал и в Мурманской области. В минувшие выходные торжественные мероприятия состоялись во всех городах региона. В Кировске местом проведения праздничного концерта стал городской дворец культуры. На его сцене чествовали многодетные семьи, звучали песни и стихи. И, конечно, поздравления и слова благодарности. Семья была и остается главной ценностью каждого человека. Мы в Мурманской области реализуем целый набор специальных мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми. Мы продолжим поддерживать наши семьи, семьи с детьми. И, конечно, особое внимание уделяли и будем уделять семьям участников специальной военной операции, чтобы парни на передовой, защищая нашу страну, понимали, что их близкие, родные в порядке. Я желаю всем вам, чтобы семья оставалась надежной опорой, источником радости всю вашу жизнь. И надеюсь, что так оно и будет. В зале многодетной семьи Кировска, а на сцене семейные дуэты. Музыкантов на сцене сменяют вокалисты, а зал одинаково горячо приветствует опытных и начинающих артистов. В перерывах между выступлениями забавные семейные викторины. Давайте попробуем сообразить, что за блюдо. Самое такое для нашей большой семьи – это готовить. Кухня, пироги, первое, второе, пятое, десятое. Это больше, скорее всего, выпечка какая-то. Либо когда мы коллективно готовим, больше желания появляется. Когда все вместе. Да, на праздники разные готовки. В большом количестве у нас семья большая. О семье в этот день было сказано много важных слов. И не только в прозе, но и в стихах. Два дедушки. Две бабушки. Плюс мама, папа, я. Сложили, получается, семь человек, семь я. А если есть собака, выходит восемь я? Нет, если есть собака, выходит восемь я. В Мурманской области сейчас более 9500 многодетных семей. А семей, где воспитывается хотя бы один ребенок, 115 тысяч. Из них 70 являются получателями различных мер поддержки. Напомним, всего в нашем регионе действуют 24 вида адресной помощи. О том, что семья на первом месте, на праздничном мероприятии говорил и глава Кировска. В Кировске, вот конкретно в нашем замечательном городе, этот год, день, час, минута семьи никогда не прекращается. Никогда. У нас семья всегда на первом месте. Я еще раз, конечно, поздравляю с тем, что год семьи объявлен, но еще раз напоминаю, у нас всегда о семьях помнят. Что касается рецепта семейного счастья, у всех он один – любовь и забота друг о друге. А еще непоколебимая уверенность в том, что для мамы и папы, когда речь идет о семье, не существует преград.